Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Познаем Западную Армению Агулис. Культурное наследие Кашатага было представлено в школе. Глава МИД Франции подтвердил необходимость продления мандата миссии наблюдателей Евросоюза в Армении. Турция сегодня не жалеет усилий для уничтожения культуры Западной Армении Мигран Казарян. Старинный мост в долине Пюлюмюра Западной Армении будет взят под защиту. Армения должна вернуть из музея Франции черепа 5 жертв геноцида. Древняя армянская культура, музыка. Поселок Агулис Западной Армении вошел в провинцию Гоу Сюника Великой Армении. Был построен на скалистой склоне горы. Впервые в форме Аргулик упоминается с XI века. Был самым знаковым поселком в провинции Гохт. В XVI веке его припоминают как торговый город, имеющий торговые связи с Россией, Персией, Западной Европой и Индией. В 1752 году в результате нашествия Азатхана Арт-Патакана поселок был значительно разрушен. Жители были армянами, которые говорили на своеобразном диалекте. В 1904 году в Агулисе было 256 домов с 2205 армянами и 68 домов с 730 татарами. Агулисцы были предприниматели и предприимчивыми ремесленниками, торговцами и садоводами. Агулис был богат архитектурными памятниками. В разный период времени здесь были построены 12 церквей и монастырей. Прославлен был монастырь Суптома Аракяла, где было переписано множество рукописей. В Агулисе, расположенном в Урдуарском районе Нахичеванской автономной республики, ныне проживают азербайджанцы. В рамках научно-образовательного конкурса фестиваля «За семью горами» в школе номер 40 имени Аршавира Шабаршяна состоялась фотовыставка редактора официальной газеты «Меран» Кашатагского района Республики Арцах Зограба Еркояна, в которой автор рассказывает о культурном наследии Кашатага. Зограб Еркоян окончил филологический факультет Ереванского государственного университета, журналист, ополченец и фотограф. Последние фотографии я делал до 44-дневной войны во время месяца 26 сентября. Чтобы вернуться и не потерять веру и силу, мы должны бороться. И мое дело должно продолжить будущее поколение, сказал автор фотографии на открытии выставки. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтверждает необходимость продления мандата наблюдательной миссии Евросоюза в Армении с 20 октября. Посредством мониторинга границы эта миссия действительно ограничила опасность эскалации, также отметив, что напряженность между Арменией и Азербайджаном не ослабла. Министр подтвердил поддержку Франции и Европейского союза Армении. Она также подчеркнула, что приложит последовательные усилия для установления мира в регионе. В эфире телеканала «Вестер Армения ТВ» в беседе с Миграном Казаряном, который в силу своей деятельности часто бывает в Западной Армении, чтобы изучить местные монастыри и памятники культуры. Об этом он в частности отметил. Мы собираем факты, представляем связанные с ними фотографии. Первые работы начались в 2014-2015 годах. Они посвящены тем памятникам, которые находятся в окрестностях озера Ван. А о том, продолжает ли сегодня Турция культурный геноцид на территории Западной Армении, он ответил. Есть культурный геноцид, это правда, они пытаются изменить нашу идентичность. Провинция Дерсим в Западной Армении богата историко-культурными сооружениями. Расположенный в долине Пюлюмюр совершенно случайно был обнаружен старинный одноарочный каменный мост в полуразрушенном состоянии. Гражданин, который случайно увидел мост и осмотрел его вблизи, сообщил, что уведомил об этом руководство музея Дерсима, которое пришло и осмотрело его. По предварительным оценкам он относится к римскому периоду. После изучения исторический мост будет зарегистрирован и взят под охрану. Мост, прошедший через века, также был поврежден кладоискателями. Под боссом вырыта яма глубиной около 2 метров. Согласно легенде, одна молодая женщина, желающим жениться на ней молодому парню, поставила условие построить 7 мостов от села Бердак до Пюлюмюра. Парень, срывая с гор большие камни, строит этот мост. Судя по легенде, они так и не женятся. 28 ноября 2022 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала шокирующую статью журналиста Константа Мехео под названием «В Парижском музее 18 тысяч черепов. Трудно сказать, кому они принадлежат». 5 черепов принадлежат жертвам геноцида армян. Констант Мехео сообщает, что это были женские черепа, которые французский специалист по предыстории Эммануэль Пессемар собрал во время своих исследований в Сирии с 1925 года по 1926 год. Музей не обнародован личности 18 тысяч черепов, опасаясь исков компенсации. По этому поводу сенатор Пьер Зулиас отметил: «Я был подавлен, узнав, что 5 армянских черепов, принадлежащих жертвам геноцида армян, обнаруженных в Дейр-эз-Зор, все еще находятся в коллекциях Музея человека. Сейчас предлагаю правительству Армении вернуть эти черепа в Армению, чтобы они нашли свое пристанище возле мемориала геноцида армян в Ереване. Эти жертвы заслуживают надлежащих похорон после столетия хранения в ящиках подвала французского музея».
Армянская музыка берет свое начало во втором тысячелетии до нашей эры. Исторические данные дошли до нас благодаря трудам древних армянских историков Мосе Сахоринаци и Павстоса Бюзанда. В третьем тысячелетии до нашей эры сформировалась качественная особенность армянской музыки. Мосе Сахоринаци упоминает музыкальный инструмент пандыр, Павст Бюзанд упоминает барабан, флейту, лиру и трубу. Сохранились фрагменты текстов песен дохристианской Армении. С 301 года нашей эры развивается музыка армянской христианской церкви. В то же время известно негативное отношение армянского духовенства к языческому музыкальному наследию. Развитию древней армянской музыки способствовало также формирование феодализма. И в завершение новостей послушай музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!